Втома від війни, яка це неминуче. Усталость от войны неизбежна. Есть этот эмоциональный порыв первых дней, недель, месяцев. 4 месяца Украина держится на вершине горячих новостей в СМИ. Это, с одной стороны, очень плохо для нас, очень плохо. А с другой стороны, это просто феномен, что 4 месяца внимания мировой общественности приковано к этой войне. Но все равно, объективно, это не может продолжаться бесконечно. Внимание к этому может спадать. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что эта поддержка будет снижаться и, по крайней мере, делать все возможное для того, чтобы темп снижения не был обвальным. Принаймні робити все можливе для того, щоб цей принаймні темп зниження був якимось ще обвальним.